Здравствуйте, дорогие друзья! В данном видеоуроке мы поговорим на тему, как обменять Яндекс деньги на Kiwi кошелек. Итак, делать это мы будем с мониторинга обменников BestChange. Ссылочку на данную страницу оставлю под этим видео в описании. Ну и, собственно, давайте разберем, как мы будем это делать. Слева то, что мы отдаем, справа то, что мы получаем. Значит, слева выбираем наши Яндекс деньги, а справа выбираем наш Kiwi кошелек. Вот перед нами появились обменники, через которые мы сможем обменять. Вот, и, кстати, без комиссии. Вот, итак, ну давайте вот посмотрим. Ну, это через некоторые обменники. С некоторыми, конечно, с комиссией. Мы видим, что те, которые повыше, они самые выгодные, а те, которые пониже, они менее выгодные. Поэтому давайте, конечно, нажмем на самый верхний, так как он самый выгодный. Мы видим, за 0.9997 получим 1 рубль. Но это именно не так будет, потому что с вас все равно снимет комиссию Яндекс.Деньги, именно не обменник. Именно Яндекс.Деньги снимет комиссию. Ну, Kiwi, конечно, не будет снимать. Итак, нажимаем Яндекс.Деньги на Kiwi. Так, вводим сумму, которую хотим отправить. Нажимаем 1000 рублей. Вот, мы видим, с нас будет снято 1005 рублей, а получим мы 1000 рублей 26 копеек. Вот, ну получается, что обменник предоставляет без комиссии нам. Вот, ну а, конечно, Яндекс.Деньги уже гребет себе по чуть-чуть. Итак, ну, в принципе, вот здесь нажимаем далее, да, вот, и смотрим, значит, вводим наш Яндекс.Счет, то есть наш Яндекс.Кошелек, и вводим наш Kiwi-кошелек. Вот, ваш email, нажимаем обменять и, собственно, приступаем просто к стандартному обмену денег. Вот так вот можно обменять Яндекс деньги на Kiwi кошелек. Ничего сложного абсолютно нет. Также здесь можно выводить на любую банковскую карту, вот, с любого электронного кошелька, как вы могли заметить, и так далее. Точно так же нажимаете, допустим, там Яндекс деньги, если хотите, там, на Сбербанк, да, допустим. Здесь точно так же вот обменники такие появляются. И также нажимаете на любой обменник. Ну, тот, который, конечно, повыше, самый выгодный. На него лучше нажимаете и обмениваете Яндекс.Деньги на Сбербанк. Вот, также можете читать отзывы здесь с правой стороны о каждом обменнике. На калькуляторе считать, рассчитывать сразу сумму, которую хотите получить. Допустим, там за 45 рублей сколько вы получите, рассчитать. Вот видно, 42 рубля, 42 и так далее. Так, ну, в принципе, вот и все, что я хотел рассказать. Напомню, ссылка под этим видео. Всего доброго!